Все уральские школы перешли на отечественную образовательную платформу «Сферум». Напомним, сервис разработан специально для педагогов, учеников и их родителей в 2022 году. Цифровой инструмент превращает традиционное получение знаний в классе в более технологичный и эффективный процесс. Платформа призвана сделать обучение более легким. Данная платформа может базироваться на любых операционных системах. Функционал платформы позволяет выполнять видеозвонки, есть функция чата, также возможны аудиозвонки. Один из самых важнейших факторов в том, что функционал «Сферума» внедрен в цифровую образовательную платформу Ханты-Мансийского автономного округа. В электронном журнале при создании онлайн-уроков учителя пользуются именно этим сервисом. Ученики тоже оценили работу цифровой платформы. Особенно удобно, что во время актированных дней и карантина теперь не приходится прерывать учебный процесс. С платформой «Сферум» я познакомилась в прошлом году, в начале прошлого учебного года. Приложение очень удобная платформа. Безусловно, она не заменит традиционного обучения, однако помогает сделать технологическое обучение более гибким и удобным. Вот. Это как и закрытые каналы, что ни у кого нет доступа, помимо учителей и учеников. Вот. Возможность видеозвонков и чатов. Наш регион одним из первых интегрировал электронный журнал и дневник «Сферум» в ВК-мессенджере. Платформа постоянно обновляется и дорабатывается. Теперь учителям и школьникам становится доступны интерактивная доска для совместной работы, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции. Еще одна новая функция – сессионные залы. Она позволяет создавать до 50 так называемых залов в одном звонке. В каждый можно добавить неограниченное число участников. Они будут видеть и слышать только тех, кто находится с ними.